просили, оставьте в покое Мечеталакса, оставьте в покое Шешарах. Весь мир просил это сионистское образование под названием Израиль. Вот. А как отреагировали на Аравийском полуострове Дуаль-Халидж, там, Персидского залива? Царство небесное им. Я не знаю, что еще сказать. Кто поддерживает Палестину? Всевышний Аллах нас поддерживает. Все остальные, когда... Алхамдулиллях, Рабблялямин, да. Вы входите в эту организацию? Нет. Я ни в какую организацию не вхожу. Я палестинец, и вся организация входит в меня. Это хорошо, да. И вот до сегодняшнего дня питаемся за брата обратно. Чтобы что-то забрать у еврея, это вообще возможно. Мы абсолютно себя не жалеем, мы готовы умереть не один раз ради нашей идеологии, ради веры. Это абсолютно не один раз мы готовы, даже если я еще раз воскресну, готов то же самое миллион раз. Они сильно хвастались, когда сбивали детей даже. Ну, меня лично много раз ранены еще. И огнестрельные бьют раз в грудную клетку. Разными временами причем. Ребра поломаны, нога поломана. Выйти из дома, не зная, возвращаетесь домой или нет. Мы тут до конца, или над землей, или под землей. Другого варианта нет, он не обсуждается.